Все, тогда сейчас ожидайте возле машины. Хорошо. Минут 10 подойдем. Константин Николаев работает экспертом-криминалистом 7 лет. Его ежедневные обязанности – проводить технические экспертизы и осмотры автомобилей. В экспертной деятельности мне нравится именно техническая часть работы. То, что как бы многое зависит от заключения экспертов, от правильности выводов, то есть в опыте эксперта. Для осмотра у него есть набор инструментов. Зеркало, ультрафиолетовый фонарь, микроскоп, толщиномер. Меряем толщину лакокрашенного покрытия, ну как бы на предмет повторной окраски. На осмотр к эксперту машины попадают в случае, если, например, есть следы повторного окрашивания, что может быть признаком угона автомобиля. В данный момент какие-либо следы повторной окраски отсутствуют. То есть панели окрашены на заводе. Осмотренные части фотографируют. Если с машиной все в порядке, выдается документ. Если что-то вызывает подозрение, привлекается следственная оперативная группа. Машину оставляют ГИБДД, и эксперт тщательно ее осматривает. Во многих случаях восстанавливается первоначальный номер. Машины похищенные находятся, как бы возвращаются законным владельцам. Бывает через даже большой промежуток времени. На местах происшествия Константин Николаев тоже работает. Снимает отпечатки пальцев, биологические следы, следы обуви и автомобилей. Все экспертизы проводят с использованием одинаковых методов. В скором времени Константину Николаеву поступит еще одна угнанная машина. Ему предстоит выяснить, откуда был угнан автомобиль и кто его хозяин. Рената Саидгараева, Шадбахтиев, новости Юго-Востока.